Малон – выдающийся игрок, член государственной национальной сборной Китая по настольному теннису. Трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный фаворит мира в одиночном разряде. Двукратный фаворит мира в парном разряде, семикратный фаворит мира в команде. Обладатель Кубка мира и фаворит Азии. Сегодня, как вы догадались по названию, мы обсудим ракетку Малона. А теперь еще чутка фактов об этом игроке. Обладатель символического огромного шлема для настольного тенниса, который обеспечен личными победами на чемпионате мира, Кубке мира и Олимпийских играх. Малонг много раз становился первой ракеткой мира, заняв верхнюю строчку рейтинга в первый раз в начале января 2010 года. Он играет правой рукой, использует европейский хват. Основа Малонга уникальная и довольно сложна в приобретении. Она была разработана специально для первого из самых титулованных игроков в пинг-понг и с его участием. Основание DHSW-968. Форхенд DHS Hurricane 3 National Blue Sponge. Бикхенд DHS Hurricane 3 нет. Легкость и надежность помогают ему оставаться одним из лучших в мире. Пишите в комментариях, какого игрока вы хотели бы увидеть в следующем видео. Также не забывайте подписываться на канал, если хотите больше видеть контента про настольный теннис. Всем удачного дня!